Праздник Дня двора провели и на улице Космонавтов. Порадовали и взрослых, и детей. Яркое солнечное настроение, веселые конкурсы, музыка, улыбки и смех. Для ребят и взрослых на площадке, которая построена по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, подготовили интересную развлекательную программу. Замечательно, что наш город преображается, развивается с каждым разом. Спасибо большое за программы губернатора Московской области, которые реализуются в нашем городе. Это программа «Светлый город», программа ремонтов подъездов, программа благоустройства наших дворов. Это все очень важно, и мы думаем, что таким же темпом мы будем развиваться и дальше. Всего за 5 лет в Серпухове по программе губернатора было установлено 15 детских площадок. В этом году построят еще 2 игровых городка, которые будут радовать юных серпуховичей и взрослых.